мощный утюг с функцией автоматического отключения. На распаковке утюг компании Hyundai, модель HSI-01559. В комплекте с ним идет мерный стакан, инструкция и гарантийный талон. Прибор получил черный пластиковый корпус с розовыми деталями и подошвой. Его вес чуть меньше 800 грамм. На широкой ручке сверху расположены две стандартные кнопки. Одна для распыления воды, другая для подачи пара. Ниже – рычаг регулировки интенсивности пара. Им же включается самоочистка от накипи. Под самой ручкой находится круглый регулятор температурных режимов для разных типов ткани. Отверстие для залива воды расположено ближе к носику и закрыто прозрачной пластиковой крышкой. Емкость резервуара для воды – 250 мл. Подошва здесь керамическая. Узкий носик с множеством отверстий для выхода пара позволит разгладить одежду в труднодоступных местах. В основании рукоятки – вывод 2-метрового сетевого шнура шаровым креплением. Мощность устройства высокая – 2400 Вт. Пар может подаваться непрерывно со скоростью 20 грамм в минуту, а для сложных складок и замятий предусмотрен паровой удар мощностью 160 грамм. Модель может похвастаться противокапельной системой, функцией самоочистки от накипи и автоматическим отключением при перегреве. Что в итоге? Этот утюг подойдет для сухой глажки, горизонтального и вертикального отпаривания. Высокая мощность и паровой удар позволят быстро и эффективно разгладить складки на одежде. А автоматическое отключение сделает использование прибора безопаснее.